Сейчас серединка разогреется и будем дуть. Я демонстрирую, как выдуть большой красивый стеклянный шар, заготовку для елочной игрушки. Потом каждый желающий может подойти, принять участие, сделать себе или формочку прижать, разогретую массу стекла, или выдуть шарик. Ну, шарик выдуть посложнее, конечно, надо постараться, сделать очень аккуратно, нежели просто прижать один раз раскаленную массу. Вот. Ну, и людям это очень интересно, так как это необычно, опять же. Держится. Сейчас побольше капельку соберем. У героя нашей сегодняшней серии фактически три мастерских. Первая находится здесь, в Омской крепости. Там сейчас проходит мастер-класс для школьников. Вторая мастерская оборудована в гараже. Там Максим делает крупные заказы для лаборатории, такие большие. А третью мастерскую вы уже видели. Это передвижная мастерская, с которой Максим ездит по стране и показывает работу стеклодува в разных городах и селах. Так про него и узнала одна из наших продюсеров, Даша. Она пришла в Екатеринбурге на очередной праздник вместе с детьми, увидела Максима, узнала его историю, и так у нас появился герой. Сегодня он сам расскажет, зачем ездить с мастер-классами по стране и почему профессию стеклодува в России можно называть умирающей. Сейчас сделаем отверстие, прокалываем небольшое, чтобы вовнутрь запустить воздух. Температура очень высокая, если не будет этого маленького отверстия, шарик полежит и через некоторое время лопнет, потому что внутри образовывается вакуум. В России где-нибудь учат на стеклодувов? Ну, я знаю, что переходит только от мастера к ученику. Ну и, наверное, в Москве есть какие-то курсы лэмпворкеров создания ювелирных украшений. То есть там вам еще могут показать какие-то секреты, там раскрыть. Ну, это все, конечно, не бесплатно, все за деньги. Подержи трубочку, по трубке повращай, не бойся, она не горячая. Стараюсь возродить эту вымирающую профессию. Ну и, может быть, конечно, кто-то там где-то захочет тоже заниматься таким же интересным делом, ну, я буду рад просто с ним пообщаться и скажу ему, ты молодец. Чуть позже, рано. Стрелки нет. Это, конечно, совместная цепочка железная. Я Максим Орлов, руководитель мастерской стеклодувы Омска. Занимаюсь этим интересным делом уже почти 20 лет, ну, а на данный момент мне 40. Начиналось же все отсюда, с гаража. Сюда ездили на экскурсию. Приезжали ребятишки, приезжал автобус. Ну, как бы промзона, не очень удобно. Сняли в городе помещение, тоже там недалеко от центра. Там поработали. Ну и, то есть, желающих много, но не каждый может приехать к нам в мастерскую. Находимся на территории Омской крепости, в здании «Арсенал». Это здание очень старое, то есть вообще с этого места и начинался разрастаться наш город. Но мы уже 3 года там находимся. Там у нас расположена витрина, рабочий стол, за которым я все делаю. Ну а на мероприятии я то же самое демонстрирую, как выдуть шар красивый. Вот. Ну и каждый желающий тоже выдувает. Поэтому вот мы организовали выездное оборудование такое, не очень тяжелое, чтобы и удобно было
Ну и с этим оборудованием стараемся выехать, то есть все, и можем что-то сделать, то есть на открытом пространстве без всякой мастерской. Палатку будем ставить, шатер, ну и как бы ветер, чтобы не сдул, лучше как укрепиться. Само собой мы обратно их потом привезем. В районы по Омской области ездим, вот, и, ну и, конечно, по городам. Любимый наш Иркутск, очень красиво, свежий воздух. Ну, не знаю, в этом году, наверное, попробуем съездить куда-нибудь в сторону Крыма, в сторону юга. Это жизнь стеклодува, заниматься стеклом, дарить людям радость. Ну и в нашем городе, то есть уже ребятишки, то есть вот были вчера на мероприятии, и два человека говорили, что они у нас были на экскурсии, то есть ну, уже весь город практически побывал. Поэтому, да, ездим по районам, по городам. Автомобиль интересный, мне он очень понравился. Товарищ предложил, говорит, есть знакомый, который у меня ремонтируется, говорит, вот хочет продать. То есть какие-то там жизненные заморочки были. Ну, Наталье показал фотографию, ей понравилось. Говорит, будем брать обязательно, сейчас денег там накопили, там заняли. То есть вот, потихоньку, помаленьку, ну, тачку забрали, да. И она у нас уже по стране прокатилась, и везде люди кричат, круто, молодцы. Ну, художника почему-то не знаю, как зовут, и не знаю вообще, где он находится, и кто рисовал. Ну, это было мероприятие, посвященное семьям, живущим в районах, то есть их туда привезли, это семьи те, которые, ну, заслужили там уважение, да, в своих деревнях, селах. Мероприятие было посвящено их поздравлениям. Пригласили на мероприятие, то есть показать, что мы можем, ну, что вообще может наша мастерская, и не только стеклодувная, там и кожей люди занимаются, и дерево режут, вырезают. Вот. Ну, то есть мастера. Беру оборудование, кислородный концентратор. Кислородный концентратор – это вообще такой прибор для искусственной вентиляции легких. То есть он очищает воздух, преобразуя его в чистый кислород. Ну, так как он слабенький, мы можем делать только небольшие изделия на этой горелке. Вот. Пропан, баллон пропана небольшой, 12-литровый, то есть заправленный до 7 литров. Нам этого достаточно, ну и безопасно. Огнетушитель, асбестовое одеяло, полотно. Техника пожарной безопасности. Вот. Ну и вообще будет всегда то есть на чеку. Все это надо контролировать всегда, весь процесс. Так, пойдем поближе, держи трубочку. Смотри, то есть действия такие. Сейчас разогреваем стекло, собираем капельку. Я потом трубочку забираю, ты берешь вот такую зажимку. Подержи ее. Держи двумя руками. Двумя руками держи ее. Давай, потренируемся. Почему тебе важно это рассказывать людям? Чтобы они понимали, что стекло не просто вот обыденный материал. Чтобы создать его, надо очень огромные мощности, ну и вообще что-то из него сделать, это надо уметь. Дети стали забывать о том, что не все можно купить, а нужно сделать. Какая у них первая реакция, когда они понимают, что вот... Ну да, все хотят сразу, и вот, а можно я коня выдую? Ну, коня ты сразу, конечно, не выдуешь, ну, что-то ты можешь под моим руководством сделать. Готовы вообще учиться? Нет, не готовы. Ну, а если их сделать много, можно собрать цветок, создать какое-то дерево.
было интересно было. Тебе было интересно, да? А ты до этого знал вообще про профессию стеклодувов до сегодняшнего дня? Нет, не знал. Не знал? Первый раз увидел? Ага. Интересно? Да. Класс. У тебя красивый шарик какой получился. На елку будешь вешать? Да, вешать буду. Знали, что будет стеклодув? Нет. Не знали? Нет. У нас пришло приглашение, и вот дочери приехали с внуками. Вам подарки вручили. А далеко вам ехать? Да, Старый Киров. Это сколько километров? Ну, где-то 26 километров. Ну, оно вообще волшебное стекло, то есть огонь. Когда эта масса разогревается, оно становится мягкое, то есть оно куда-то стекает, ее надо ловить все время. Ну, и создавать, то есть сложно. А когда делаешь то, что задумал, ну, это прям вообще полный восторг и у себя, и у всех, то есть зрителей, кто это наблюдает, и то, что вообще получилось. То есть я вот стеклодув, мне кажется, я прирожденный стеклодув, и я буду заниматься этим всю жизнь. Пошли, мастер-класс показывают, можно самим даже делать. Ну, первый завод, где я работал стеклодувом, это Омский каучук. Вот, и на каждом этом предприятии есть лаборатории для проведения каких-то анализов, опытов. То есть есть микроустановки стеклянные, вот как это должно идти, все работать. Стеклодув должен следить за этими установками, ну, соответственно, и лаборанты тоже. Где-то спаивают, ну, какие-то части, если разломались, надо их починить, заказывать, если срочно. То есть процесс очень долгий, там месяц займет, пока люди сделают, пока привезут. А здесь сразу вот, при лаборатории есть стеклодув, который все это делает, чинит. Ну, это вот для лаборатории, то есть изделия. Это вот банка вот эта, да, вот уже начало есть, трубка, заготовка есть основная. Это заказчик принес или? Нет, это наше стекло, сами приобретаем. Угу. Трубка, заготовка, барбатер, поглотитель. А для чего он нужен? Ну, чтобы какую-то отделить, видимо, это, ну, что-то в виде фильтра, да, угу. Через воду. Угу. Проходит. Тут все размеры есть. Сейчас эта профессия продолжает передаваться от мастера к мастеру или предприятиям проще купить, например, уже готовые пробирки заводского производства? Ну все, ставки убрали, то есть предприятие вот с Омского каучука, с нефтезавода, все убрали ставки. Нерентабельно держать помещение с одним стеклодувом для каких-то небольших изделий. Сейчас есть фирмы, которые продают оптом, то есть сколько надо. Также и мы работаем с этими компаниями. Ну, мы делаем, им заказывают, ну, они как посредники получают. Так, вот кран припаялся, кран тоже из стекла. Стеклянные, есть вакуумные краны, вообще пустотелые, это цельные изделия. Есть двойные, тройные, на 4 входа. Как понять, что у него нет микро... Не знаю, дыр. Да, да. Ну, так надо спаивать аккуратно. Вот здесь остался один пузырек небольшой. Сейчас мы его уберем. Тебе почему до сих пор заказывают вот эти лабораторные пробирки, если их уже ну, сейчас делают в массовом производстве, так скажем? Ну, не все, не все делают. Не все делают. Есть эксклюзивная химическая посуда, то есть... Ну, процесс же на месте не стоит, есть какие-то новые действия, то есть производятся. Вот, и для новых опытов нужны новые изделия. То есть, если человек, ну, что-то придумал, он хочет это сразу реализовать, да, в жизнь, чтобы вот раз, и какая-то колбочка, какой-то холодильник там с каким-то отводом уже появился у него. А если будет где-то, ну, приобретать далеко, то есть это вряд ли что получится. Ну, или получится, но это будет очень долгий процесс опять. Ну, работая на предприятии, я уже понимал, то есть, что эта работа, ну, она востребована. Но на предприятии долго мы не продержимся. Стеклодувы, потому что, ну, все, это вымирающая профессия, предприятие не хочет, ну, содержать, то есть мастера. И поэтому я начал создавать для себя, строить себе мастерскую. Вот здесь было пустое место, была поляна. Пришли, все, сказали, вот здесь будем строить. Купили место и все, стали заниматься, ну, создали вот такую красоту.
Надо понять, насколько сильное пламя должно, ну, разогреть эту трубку. Потом там же еще тоненькая, которая должна припаяться вовнутрь. То есть там определенное должно быть пламя, чтобы не сжечь стекло. То есть можно сильно разогреть, оно станет жидким, и вообще просто раз, и дырка получится, разойдется. Ну, скажу вам, на пятый год работы своей стеклодувом я задал вопрос, когда же начнет-то что-то получаться. Уже то, что я захочу. Ну, должно быть красиво, а не все интересные. А сразу можно сказать, какого цвета будет? Ну да, будет, должен быть красный, желтый, черный. Больше процент заказов каких? Промышленных, художественных? Ну, промышленных, конечно. Промышленных, художественные в основном это вот... Ну вот почему-то вот у меня это как бы зимний период, у всех юбилеи, праздники, вот всем что-то надо необычное. Летом мы стараемся куда-то выехать из города, съездить, то есть показать себя, как, что, ну, вообще, что я могу делать из стекла, показать людям, рассказать, дать попробовать, поработать с этим материалом. Это елочная игрушка для электриков? Для электриков, да, вот петелька цепляется, то есть... Это был какой-то корпоративный заказ? Да, это их, что они вообще производят, это какой-то там реклоузер называется. Это какая-то выкатная штука там на колесиках. Откуда ты берешь стекло для своей работы? Где вы? Мое стекло чешское. Чешское, боросиликатное, то есть это стекло современное, с него делают как раз химическую посуду, которую мы и ремонтируем. Вот. А цветные кусочки? Цветные кусочки это с Китая. У нас с развалом СССР, то есть все заводы прекратили свое существование стекольное, хотя их было очень-очень много. Практически в каждом городе был завод по созданию елочной игрушки. Вот. В нашем городе тоже был, но, к сожалению, вот нету, все развалили. И в нашей мастерской есть осколки стекольных заводов, которых уже не существует. И на Байкале, вот в Тальцах. Куда мы ездили, там тоже был этот стекольный завод тальцинский, он вообще самый первый в Сибири, организовал его немец. И практически, как это почти 100 лет назад, его уже нет. Ну, то есть вообще с детства интересно было делать что-то своими руками, создавать какие-то необычные вещи. Вот. Увидел по телевизору, не помню какое кино, то есть детское, там этот шарик такой новогодний, как, с жидкостью внутри домик, ну, понравилось. Думаю, создам, сделаю такой сам. Нашел стеклодува, стеклодув работал на заводе, там как раз и мама моя работала в лаборатории. Ну все, и стали делать, стало получаться. Я работаю, потом пришел работать на это же предприятие, тоже работал сначала и слесарем, водителем, автопогрузчика, водителем машины, то есть скорой помощи, возил начальника, кем я только не поработал на этом предприятии. Вот. Ну и потом предложили, ну, а так как я там уже работаю, я, естественно, общаюсь с этим стеклодувом. Ну, время его, то есть, подходит, он отправляет его на пенсию. И мне предлагают, то есть пойдешь работать, ну, пришел, то есть работать учеником туда. Местами уже в процессе экскурсии меняться не будем, потому что шарики наши остывают, и будет обидно забрать не свое изделие, перепутать. Кто тебе помогает в твоем этом стеклодувном деле? Жена Наталья, тоже ей прям большое спасибо, всегда поддерживает в каких-то начинаниях, в каких-то печалях, там что-то не получается, да ладно ты, давай. Мы с ней познакомились там же на предприятии, на заводе СХ. Она в лаборатории работала, я стеклодув, все молодые. Чем ты ее удивила, она мне рассказывала? Что... Ну, стекляшками, конечно, своими красивыми. Я вот мечтаю все, как что-нибудь сделать из стеклянных трубочек, такой тонкий, невесомый, но чтобы он был большой. Может быть, какой-то большой стеклянный арт-объект. Потому что трубочка у меня есть, ну, то есть она просто лежит, ее надо куда-то внедрить. Ну, людей надо просто. Я вот один, ну, мне, когда с кем-то общаешься, то есть, да, весь день там, давай сделаем это, человек поддерживает, так же вот, как ребята у меня были, работали. То есть, ну, нужна... так сказать,
бригада людей, единомышленников, чтобы можно было создавать. Так, сейчас подтянем. Ну и вообще плохо, что стеклодувов мало, да, ну и охота бы общения побольше, то есть единомышленников каких-то, чтобы, ну, может быть, создали бы какой-то проект большой, то есть необычный, потому что одному это очень тяжело, тем более, если вот на гутной технике что-то на печке делать, то есть там, ну, один человек тяжело будет работать ему.